Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в кремялочку на серии Amazing Holy Play, первый сер, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, сегодня произошло, короче, то, чего я вообще не ожидал. Мы попали в топ фам, пацаны, реально, мы попали в топ просто. Я реально этого не ожидал. Я просто зашел, играл, короче, кстати, собирался снимать будни ДПС, пацаны, но что-то сегодня не получилось, но они будут обязательно. Так что, там, не ругайтесь, если что. Я просто зашел, катался, мне тут Богдан, заместитель мой, Богдан Путбуль, пишет, что вот мы в топе на 9-м месте. Я такой, ебать, ебаный в рот, такой, посмотрел, такой, думаю, ох, круто. И спустя, короче, за 2 часа, пацаны, мы попали на 5-е место. Смотрите. Буквально сегодня мы 2 часа наборили и попали на 5-е место. Уже 4-е место, пацаны, 4-е место уже. Капец, вот если что, Family, Кирилл Гейм, 4-е место уже, пацаны. Ну, моя цель это до 3-й хотя бы попасть, ну а там уже как будет. На 1-й, думаю, по-любому мы не попадем, потому что у них там людей очень много, по-моему, в фаме. Но на 3-е, я думаю, мы сможем попасть, по-любому сможем. Мы все еще делаем наборы, кстати. Пацаны, кто хочет к нам в фаму, я ВК на Богдана, вот очень большая заслуга того, что мы уже на 4-м месте, это Богдана. Это он делает собесы сегодня уже на протяжении 2 часов, короче. Он собесы делает, он объявы кидает. Ну, конечно, я сообщика ему сказал, чтобы взял 50 тысяч, короче. Да. Вот, смотрите, фэй-меню. Вот, информация. Вот, у нас уже 95 человек, пацаны, уже почти 100. Я в общак положил, видите, деньги, 200 тысяч. Да, пацаны, особняка у нас еще нету. В принципе, кто там ради особняка вступает в фаму, пацаны? Я вот таких людей на самом деле не понимаю. Да, типа, это круто, вы сможете жить в особняке там и так далее, но блин. Мне кажется, главное не то, что, типа, там особняк, машины и так далее, а то, что, чтобы фама была, так сказать, охуенная просто, чтобы были нормальные люди в ней и так далее. Я принимаю только, ну, Богдан, походу, принимает только подписчиков. Он даже АНК сделал специально для наборов. Я его сейчас покажу. Просто реально фомой начали жестко заниматься. Я в том числе. Я, ну, я тоже объявы кидаю. Я уже кинул объяв, наверное, 200. Мы с Богданом потратили, наверное, уже 1200 на объявы. Потому что мы просто подряд вот так вот каждую секунду кидаем объявы эти. Что набор идет. Поэтому мы уже достаточно много денег потратили. Ну, блин, наша цель просто, чтобы собрать своих пацанов. Просто попасть в топ какой-то. Ну, мы уже в топе, мы уже на 4-м месте, пацаны. Это уже большое достижение, на самом деле. Мы уже на 4-м месте в топе. Это очень круто просто. Реально, это очень круто. Смотрите просто на фол. Это финт фомы, пацаны. Я думаю, довольно-таки неплохо. Раньше, я помню, финт 30 был в фоме. Кто помнит, то ставьте лайк. И вообще, пацаны, обязательно поставьте лайк, передаю всем привет, кто себя здесь видит. Возможно, там внизу еще кто-то есть, просто но не полностью показывает. Всем, пацаны, привет, кто здесь. И давайте я вам покажу, кто еще здесь есть. Может, кто-то себя здесь увидит. Так, информация о семье. Это я вам показывал. Про членами семьи. Вот, сейчас я вам покажу всех, кто у нас есть в фоме, пацаны. Обязательно вступайте к нам, кто хочет. Вот. Я основатель, в принципе, у нас уже 96 человек, кстати. Я основатель, Джонни Брайт тоже заместитель, кстати, если что. Но Джонни, блин, собесы не делает, поэтому не знаю, я на него не буду контакты оставлять. А вот Богдан, короче, пацаны, вот Богдан. Вот Богдан, информация. Вот, заместитель статус офлайн. Да, он вышел, кстати, блин. Надо будет мне потом собесы делать, короче. Да, вот он заходил, 9.59. Окей, так, отмена. А, номер у него вот такой вот, пацаны, 1-1-1-1-1-7. Вот такой вот он номер. Все ссылки будут в описании. Я оставлю в описании его номер и его ВК. Вы сможете ему ВК написать, он зайдет, вас примет. Либо написать ему в игре, вот. Номер его, короче, тоже в описании будет. Насчет особняка, пацаны.
Я буду на него копить, да, но сейчас мне надо будет лям потратить, это из-за того, что надо мурку починить, потому что, блядь, ну она, блядь, скоро, короче, сдохнет, если, блядь, я ее не починю. Насчет будни ДПС пацаны не будут, просто у меня буквально через 2 дня день рождения, поэтому, я не знаю, скорее всего, наверное, после дня рождения выйдет серия про будни ДПС, и то это будет называться не будни ДПС, а чуть по-другому. Ну как чуть-чуть, совсем по-другому, но это будут будни ДПС. Только называться будут они по-прикольному, короче. Как-то так. Пацаны, вы в серии. Кому приветик передать? Давайте напишем. Давайте, кому приветик передать? Сейчас посмотрим, кто-то попросит. Так, мне ПЖ. Армет Давидов, привет тебе. Федор... Ох, ебать. Федор Авдеев, привет тебе. Август Дисней, привет тебе. Артем Давидов, привет тебе. Кирилл Петров, привет тебе. Матвей Миниаев, привет тебе. Артем... Так, Федор... Данила Листопад, привет тебе. Богдан Путбуль, привет тебе. Мама, я Артем... Федор, все. Флут оф всем передал. Все. Матвею Миняеву, привет передаю. Передаю привет. Гера Самсонс, привет тебе тоже. Всем, пацаны, привет. Вот тебя здесь видит, короче, может, кого-то пропустил. И всем, кто здесь, тоже привет большой просто. Мне привет. Андрей Гениус, привет тебе. Передал всем. Блин, не туда написал, короче. И ну это очень круто, мы в топе на 4-м месте, это реально очень круто. Насчет пацаны особняка, короче. Насчет особняка. Буду копить бабки, не спорю. Ну блин, понимаете, 30 миллионов это немалые деньги. Было бы круто, если бы разработчики добавили какие-то дешевые дома там... хотя бы по 5 лямов, знаете, хуёвые такие, вот реально хуёвые там. Ну, реально, галимы какие-то дома добавились. Ну, для тех, ну, у кого нету денег, у кого есть Фома, то хочет дом для Фомы, чтобы все вместе быть. Ну, у кого нету денег, как бы, на, ну, таких больших. Потому что 30 миллионов, это реально большие деньги. Как бы, блин, я могу аптеку продать ради того, чтобы купить общак для Фомы. Но у меня все равно этих денег не хватит. У меня, вон, сейчас 5,2 есть, это все мои деньги. Поэтому вот такие вот дела. Да. Да, мы на 4-м месте, короче, пацаны, вообще заебись. Мы уже на 4-м месте. Давайте я вам покажу АНК. Короче, да, давайте я здесь стану. АНК вам покажу. Какой сделал Богданчик. Богданчик. Прикольный такой АНК, сейчас покажу вам. Так. Здравствуйте, вы пришли на собеседование в семью. Хорошо, предъявите документ, удостоверяющий вашу личность. Да, в принципе, вот такое вот будет, ну, проверочка такая будет. Я думаю, это круто сделаем, потому что так поинтереснее принимать людей, какие хотя бы знают РП там и так далее. Да, это не фракция, но это семья, как бы здесь должны быть адекватные все люди. Вот, смотрите, хорошо, давайте приступим. Сказал, передал паспорт человеку, так. Что такое, какая, так... Потом, присядьте, пожалуйста. АНК он сделал очень крутое, на самом деле. Прям очень крутое. Так. Потом вот так вот. Хорошо, можете вставать. Не, ну прикольно, АНК он сделал реально. Правда, я, видите, у него затупа немножко есть. Но это специально сделано, чтобы человек успел сесть. Потом подождать. Видите? Можете вставать. Так, что такое ТК? Очень удобная НК. Насчет замок, пацаны, буду давать только проверенным людям, потому что, блядь, если будут пацаны сливать общак, ну, если будут вообще сливать общак, то я думаю, это будет неприкольно. Как бы деньги я не беру с неба, можете сами это понимать. Поэтому вот такие вот дела. Осталось только маленькое оформление документы. Так, ага. Портфели. Видите, вот такой вот АНК есть. Замом я буду его давать, если что.
Но, блин, я не знаю, пока что некому замов дать, только Богдану и Джонни я дал зам. Всего можно 5 замов, чтобы было, еще 3 места свободных есть, получается. Пацаны, меняем фамилию на подбор. Кстати, да, кто хочет, я никого не заставляю, это ваше дело. Можете менять фамилию на футболь. Как бы это будет круто, потому что, ну, будем знать, где свои, как бы. Так будет поприкольнее и больше на нас людей будет на сервере внимание обращать. Я думаю, это круто. Так, анимка. Так, вот здесь можно инвантить, короче. Аккуратно открыл кейс, вытащил из него печатку. Печатка находится в руках. Протянул руки, передал ее человеку напротив. Вот это реально круто, вот это, блин, ПРП. Я не видел, что так Фоме там принимали. А НК у нас очень хороший, благодаря Богдану, он его сам делал. Вот. Просто тайм делаем, кого типа мы приняли. Так, 12.08.0. 8.0. Что-то я запутался. А, и скриншот, видите, сам автоматически делается. Вот это реально очень охуенно, короче. НК реально просто самый охуенный, что может быть для Фомы. Короче, пацаны, насчет особняка я вам рассказал, насчет Фомы я вам рассказал. Кто хочет Фому, пишите Богдану, все его контакты, как с ним связаться, будет все в описании. Ну а на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside. I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.